и дух в виде голубень, извест по ваше словесел утверждень. Являйся, Христе Боже, и мир просвещай. Слава тебе! Сказал Господь Бог Ной: сделай себе ковчег, и сделал Ной, как повелел ему Господь Бог, так он и сделал. И сказал Господь Бог Ною: войди ты и все семейство твое в ковчег, ибо тебя увидел я Мною. Непобедимая победа, владычица Чинстаховская, Древнего, и же у нас благоволение самозрительницы, будущего спасения хранительницы, покаянием соделаны достойные грядущему царю. Как увозрю на тебе, невеста, погубляема невеста царя моего, вся нынче против тебе. А как хочется света! Господи мой, Господи, воззри на Русь, душу мою, грехом окованную. Неужели она и соль, и же потеряла силу? Господи, помилуй меня великогрешного. Где же ты, крепости моя? Господи, восстави меня падшего, воздашь мне радость спасения. И духом непобедимой веры отцев наших созижди крепость мою. Кто хочет за Русь свою постоять, за невесту царевну, прими клич сей. Крепость моя, игом ворога богоборного разрушена, грады наши пленены, вся Россия поле Куликова. В покаянной молитве святому царю-мученику Николаю II есть такие слова: «Тяготеет Бог даже до дни сего на нас грех царские крови пролития. Не послушали Бог повеления Господня, не прикасайтесь к помазанным моим, и не вняли словесем Давида царя. Я, как то прострет руку свою на помазанника Господня, не Господь ли поразит его, и все ныне достойное по делам нашим приемлем. И да прославят люди русские по всей вселенной всехвально имя Господне, и верно послужит ему до скончания века». Россия не сохранила веру православную в чистоте. Приняла имяборческую ересь двух ожидовелых архиереев от имени всего Российского Святейшего Синода, распространенную на весь мир. Россия перестала быть Святой Русью, но стала сбродом всяких иноверцев. Сегодня мы знаем, почему на русской земле было попущено отступление от Бога и в чем духовная причина наших страданий. В похулении имени Творца Вселенной, в отрицании реального бытия духоносного имени Божия. Скорбит душа народа русского, что в церкви российской Святейший Синод принял за спиной общероссийской паствы антихристианскую веру, суть которой заключается в следующем святотатственном утверждении. Первое. Имя Божие не есть Слово Божие, не есть действие или энергия Божия, и, следовательно, не есть Бог. Второе. Имя Господа нашего Иисус не предвечное, простое человеческое имя, не Бог и не божественное, потому что оно реально не существует. Под натиском антихристовых слуг российский синод, по сути, отверг своим посланием небесной державе, державное имя Божие и благодать Святаго Духа
ниспосылаемую верующим во имя Иисуса Христа, Сына Божия. Этим беззаконием попущено отъятие от земли удерживающего, земной держай, помазанника Божия. С 1913 года слуги сатаны получили доступ к православному царю, не огражденному, как раньше, небесным держай. И был взят от земли царь, помазанник Божий, земной держай. Православное почитание имени Божия в Русской Церкви до сих пор к величайшей скорби не восстановлено. И восстановлено оно должно быть на поместном церковном соборе покаянно и со слезами. Александр Иванов. Явление Христа народу. На картине «Предтеча» взят именно в тот миг, когда указавший на Спасителя перстом произносит «Се агнец в земле грехи мира». И вся толпа, не оставляя выражения лиц своих, устремляется ли глазом или мыслью к тому, на которого указал пророк. Чудным светом осветились лица передовых избранных, тогда как другие стараются еще войти в смысл непонятных слов, недоумевая, как может один взять на себя грехи всего мира. Третьи сомнительно колеблют головой, говоря, «От Назарета пророк не приходит». А он в небесном спокойствии и чудном отдалении, тихой и твердой стопой, уже приближается к людям. Есть пророчество Авеля Прорицателя, две пророческие иконы, которые были найдены буквально несколько лет назад, где сказано о пришествии государя, сказано конкретно, имя его двухкрат. Ксения Петербургская доставала монетку всегда, когда раздавала сама милостыню или принимала милостыню, и брала только копеечку, на которой был изображен Георгий Победоносец. И она всегда говорила: «Се царь на коне, се царь на коне». Никто тогда не мог, конечно, понять, это пророчество было очень известным, но никто не знал, что оно означает. И только сейчас нам стало открыто, известно, что было прежде всего сказано имя государя. Еще она говорила: «Возьми пятак, потухнет», то есть что государь сможет только потушить пожар в России. Прошедший через революцию, русский человек быстро теряет не только национальное, но и человеческое лицо. Если это так, то восстановление России, мыслимой как национальное и культурное единство, невозможно без восстановления в ней христианства, без возвращения ее к христианству как основе ее душевно-духовного мира. При всякой иной, даже христианской, но не православной религии, это будет уже не Россия. Без религии это не нация, а человеческое месиво, глина, из которой можно лепить все, что угодно. Камень, дерево, металл, который можно дробить на какие угодно части. Имена Евразии, восточноевропейского государства и тому подобное уже указывают возможные формы ее гибели. Новое крещение России может совершиться только с силами ее христианского остатка. Он существует. Мы не только верим в него, но и знаем о нем. Круг, а пока что потрудись, милый друг,
перед нами стоит главное сегодня. Покаяние русского народа. Покаяние в имеборчестве и покаяние перед царем, перед домом Романовых. Так? Так. Вот это мы должны выполнить теперь. А чтобы покаяние было правильное, значит, мы должны прославить собором царя как искупителя. И плодом покаяния это вот как раз будет вот все остальное, что мы будем делать. Так случилось, что первым событием после помазания Георга Владимировича явился собор, состоявшийся в этом же году осенью на Покров Пресвятой Богородицы. Многие участники собора впоследствии вновь оказались на обочине мировых событий. Но самое главное, что в тот момент времени Господь, видимо, собрал необходимое количество людей для совершения этого назревшего церковного акта. Значит, владыка, если он решится на второй день, вот это самое, прочитает разрешительную молитву русскому народу, потому что есть богопомазание, есть представители всех сословий, это по сути русский поместный, церковно-поместный собор, все для этого у нас есть. Есть представители всех сословий, архипастыри, белое священство, черное священство. Все сословия, военные, значит, гражданские люди. Ну что еще? Вот вчера мы на этом соборе 95 человек я насчитал. Значит, что еще может больше быть? Ну соберутся вот это число. В следующий раз можем ли мы такое собрать и когда это будет? Если мы вот эту, упустим вот эту вот ситуацию, которая на сегодня есть, мы, наверное, много проиграем. Пока все православное человечество продолжает спать, думая, что оно бодрствует, в мире происходят события совершенно невероятные. В 2012 году в праздник Покрова Пресвятой Богородицы на Урале состоялся первый собор во главе с новым помазанником, на котором было принесено покаяние за нарушение клятвы 1613 года и за похуление имени Божия на фоне 1913 году. Мы не можем, конечно, знать, в какой степени эти первые усилия будущего государя были приняты и оценены Богом. Но факт остается фактом. Собор состоялся. Москвичи совершили нарушение соборной клятвы на верность роду Романовых до скончания века, данной русским народом в 1613 году. Прости нас, милосердный Господи. Когда закончился покаянный собор, небо в течение двух дней, полностью затянутое тучами, вдруг разверзлось. И произошло настоящее чудо, о котором, братья и сестры, действительно невозможно рассказать. Но я свидетельствую, что это было. Было для того, чтобы исчезли сомнения, что реально явился Божий помазанник. Это была картина сказочная, и произошло это в центре России, в монастыре, который не имеет ИНН, а сестры паспортов. 25 лет охранял Господь это место. Отец Владимир с Божьей помощью сохранил это место. Настоятель этого монастыря при первой встрече успел мне рассказать, какую битву он вел в течение этих лет за чистоту этого места. Прошло 5 лет. Окружение Георгия Владимировича постоянно обновляется. Трудно поверить и духовно выдержать людям, находящимся рядом. Идет явный отбор верноподданных, потому что дело это совершенно новое и необычное. Народ расслаблен и не понимает, что такое царская власть, с каким благоговением надо относиться к помазаннику, посланному самим Богом. Рядом с помазанником окажутся лишь те, кто понимает и правильно осознал жертвенный подвиг царя Николая II и верит, что он искупитель. У таких людей есть возможность истинного покаяния.
которого вот уже 100 лет ждет Господь от русского народа. Даже многочисленные чудеса, которые происходили в течение 5 лет, оказались для многих недостаточно убедительными. А дело в том, что Господу виднее, кого поставить рядом со своим избранником. Идет жесткий отбор. 10 апреля 2017 года, в день Преполовения Пятидесятницы, отошел ко Господу настоятель Никольского храма, что в поселке Котлы, протоиерей Александр Вахрушев. Именно ему весной 2012 года было откровение Божие о Георгии Владимировиче. Из его уст впервые прозвучало полное имя избранника – Георгий Михаиле. Саватий, расскажи, пожалуйста, как вот он о Георгии рассказывал тебе? Ну, конкретно мы так не разговаривали. Он говорил, что вот будущий царь. Вот это самое. Он как окормлял, я знаю, что приезжали вы здесь. А однажды я его встретил на Иордане. Приехал я за благословением где-то за 3 недели. Здесь я был, благословился ехать на Святую Землю. Угу. Вот. И, значит, благословился, все, благословил, езжай. Вот. И мы с отцом Николаем приехали на Иордан, там переодевались, там продают белое одеяние. И отец Николай ушел вперед, а мы что-то подотстали. И подбегает ко мне: знаешь, кто здесь? Я говорю: кто? Отец Александр Скотлов. Не поверишь. Я говорю: да ладно. Я думаю, ну точно розыгрыш, откуда взяться? Ну, 2-3 недели назад я благословил. Да какой 3? Недели 2 назад я благословил меня. Езжай, и разговора вообще не было. Но даже если бы он сказал, что я собираюсь ехать, ну как встретиться на Иордане в одном месте, там тысячи паломников, да, там автобус за автобусом нам приезжают. Чудо. И самое удивительное, где-то 38 температура была градусов. И нас радуга сопровождала. Столб радужный стоял, и нас на Иордан провозил. Да. Я говорю: батюшка, смотрите, радуга. Значит, там такая встреча была. Значит, мы обрадовались, у нас благословляет. А он только вышел из Иордана, а мы приехали за ним следом. Значит, порадовались, благословил. Ну, конечно, такое было для меня, такое знамение было. И когда вопрос стал о присяге, значит, присягать либо не присягать, люди постоянно поднимали эту вопрос о присяге. Я понимал, что он духовно важный, этот вопрос, но решиться не мог на него, потому что, когда ты не чувствуешь за собой там полков, дивизии, значит, их просто нет на сегодня. И, значит, да, вопрос о присяге, значит, стоял 2 года назад, значит, и он стоял, в общем, писали ему 3 года. Значит, кто только не пробовал ее писать, пока мне было не откровение, как ее написать, и сказано было, что ты ее напишешь сегодня. Я действительно сел и с Божьей помощью ее написал. Ну, замечательно. Да, и, значит, написать-то написал, но я ее не разрешал. Как бы я сказал, что вот старец Александр благословит ее. Значит, мы так и решили, провели собрание, да? Вот Виктор присутствовал на этом собрании. Значит, и поехали. Мороз, помню, -25, наверное. Вот, искали его, стучались, не открывал. Потом нам опять сказали, что он дома. Приехали домой на 4 машинах. Значит, народ стоит в парадной, ждет его. Значит, еле достучались, дозвонились. Батюшка открывает, ему рассказывает: батюшка, говорю, они меня заставляют. Я говорю, я не могу на себя взять. Вот, мне вот нету откровения такое, что вот, значит, пусть присягают. Я говорю: Бога боюсь, что делать, не знаю. Но в надежде был, вот мы, кстати, с Сергием зашли вместе, в надежде был, да, Сереж, помнишь, я говорил, что в надежде, что он скажет: не торопись, не торопись, подождите пока, подождите. А он говорит: вставай на колени. А я сижу за столом, я встаю на колени, он бежит за крестом, достает крест. Значит, и с крестом говорит: помнишь, где мы с тобой встретились на Иордане? Я говорю: помню. Помнишь радугу? Я говорю: помню. Так тебе Господь уже тогда благословит. Иерусалим, Иерусалим. Еще мне рассказал случай такой. Говорит: я 40 лет дружил с Николаем Гурьяновым,
старцем Николаем Гурьяном. Вот, и говорит, вот, буквально перед смертью, говорит, мы с ним, последняя наша встреча была, и говорит, я его спросил, отче, почему ты мне никогда не предложил у тебя остаться? Я говорю, когда от тебя отъезжал, всегда ждал, что ты скажешь, оставайся у меня. Вот. И говорит, вот так захотелось его спросить. Ну, видать, молитвенники чувствовали, что уже последний раз видится. Он говорит, а почему ты никогда меня не спросил? И замолчал тут. А я ему говорю, батюшка, так а почему ты его никогда не спросил? Я его спрашиваю, отца Александра, почему ты никогда его не спросил? А он говорит, если бы я его спросил, он бы меня оставил. А если бы он меня оставил, я бы тебя не встретил. Вот видите, как все взаимосвязано. Он предвидел, он это самое, были такие случаи, когда он это самое говорил, и все это сбывалось. У них 24 священника в роду. Не считая, вот, вот у него же это самое, четверо детей у отца Александра. Вот. Из них, значит, один иеромонах, одна монашка и два, один протоиерей, один еще только иерей. Вот отец Николай здесь служит. Поэтому все там, это. И кроме этого, там много очень родственников. Даже есть старица, причем известная. Ой, не знаю. Они старались об этом не говорить, чтобы, знаете, не превозноситься, наверное. Я за ним в последнее время ухаживал, но потом у меня послушание, я служу в Аполе сейчас. Причастился, лег и тихонечко умер. Иерусалим, Иерусалим, светлая моя мечта. Иерусалим, Иерусалим, город моего Христа. Конечно, бежать надо в монастырь, а из монастыря даже и выходить жалко. На втором этаже угловые были окна государя. А я их всегда поминаю на отпуске всех. Вот мы были на гороховом поле в храме, и отец Василий упускал двух голубей беленьких. И вот как раз в это время, вот за один год, когда полетели, перышко раз и упало. Ну ничего, упало. На следующий день приходим, мы на Пасху у них были же опять. И, ну, пригласили как бы разговеться потом. Вот все это так это. И Лене как раз остается яичко с этим перышком. А уже, когда мы в Москве были, вот к поясу Богородицы прикладываться пошли. Это было 20 ноября. Уже Михаил Архангел, практически вечер. Вот, я родился на Михаила Архангела. Вот. И мы после Богородицы возвращаемся, ну, такое настроение хорошее, и смотрим, нас голубь встречает. Видно, что птицы раненые, то есть мы его сразу взяли, уходят на улице, взяли к себе. Высшее духовное призвание России – благая весть, которую она несет миру. Соблазн русского мессианства прежде всего – в гордости своего призвания. Гордость призвания. И какого призвания? Как будто такое призвание можно носить легко и удобно, как хорошо сшитое платье. Такое призвание, если только помнить о нем, жерновом ляжет на плечи, бросит крестом на землю, пронзит сердце кровоточащей раной. И так как эта жертва принесена раз навсегда за весь мир, то спасение теперь может означать лишь принятие этой голгофской жертвы, лишь соучастие в ней. Жертвенное спасение подменялось империализмом кесаря. Младшее поколение славянофилов стало жертвой этого грубого нехристианского соблазна, и этим сорвало дело православного возрождения в России.
всегда были и есть люди, через которых Господь открывает свои тайные замыслы. Протоиерей Александр Вахрушев, настоятель храма святителя Николая, что в поселке Котлы, один из тех, кому было суждено открыть новую страницу мировой истории. Видимо, длительное общение со старцем Николаем Гурьяновым принесло обильные духовные плоды. И эта великая тайна пока известна немногим. Придут времена, и подует освежающий бриз, и оценят наш сегодняшний риск наши друзья, спасатели. В счастливый день окно открой, пусть дом наполнится весной, пусть сердце слышит благовест, мы прощены. Христос воскрес. Спасательный круг, ты молитвами моими упруг, призывая Иерусалим, Господня моя Иерусалим. Это место называется Георгиевское. По имени Георгия, который в красной одежде изображен. Это два хлопчика, 5 и 6 лет. В 15 веке сходили за 30 километров. Для мамы несли лекарства, условно сказать, из монастыря. Что это могло быть? Масло освященное или вода святая. Но когда пришли в эту местность, где мама их была прикована к постели, у них появилась ревность. Каждому из них хотелось маме лично отдать это лекарство из монастыря. И они, конечно, стали считать, кто больше, кто дольше нес. Да, и вот получилось так, что они друг от друга вот этот изображенный кувшин отбирают. Вот он падает и разбивается. Ну, а так как дети были духовно воспитаны, они смотрят своими душами и телесами на небо, просят милосердия Божьего. Явление Матери Божией, ну, по нашему преданию, вот этот камень является как раз свидетелем вот этого путешествия Матери Божией от неба на землю для того, чтобы поддержать вот этих хлопчиков. И она их утешила. Сейчас вот из этой каменной горы потечет вода. Наберете, домой принесете, ваша мама выздоровеет. И действительно, она жила еще после этого 30 лет. А усердный делатель молитвы Иисусовой, монах Николай, своим дерзновением и настойчивостью, постоянными призывами к покаянию, напоминает мне Иоанна Крестителя. Молитвами святых отец наших, Господи Иисусе Христе Божий, помилуй нас. Здравствуйте! 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 Я обидел на тебя. Не-не-не! Держу! Благословить тебя! Холодильник ли там, стиральная машина, все будет видеть, все слышать, что здесь происходит, и передавать куда следует. Ты представляешь? То есть вот это сказано, помните, старцы сказали, за каждым будет поставлен... Каждый второй будет шпионом. Сегодня
мы стоим перед лицом мира, который пытается сделать нас антихристами посредством школы, телевидения, кино, популярной музыки. И вот, особенно в наше время, необходима защита души от врага. Защита эта раньше была очень хорошо известна любому русскому православному человеку. Это постоянное внутреннее делание, молитва Иисусова. И неправильно думать, что она только для монахов. Эта молитва должна постоянно звучать в сердце любого православного человека. Тот и за монах, ежели молишься токмо о себе, да за ближних и сродников своих, любящих тебя, что достойно в том, когда рядом с тобой гибнут тысячи тысяч от мала до велика, ибо самый несчастный человек, за кое неком Богу помолиться о избавлении его от зла, невежества его и от великого падения его в разумлении, скорому покаянию и спасению его, падшего создания Божие в славу. Казачество у нас оставляет желать лучшего. Когда был жив полковник Наумов, товарищ верховного атамана первого, он проводил идею создания отрядов территориальной обороны, подразделений территориальной обороны на основе казачьих общин, за что его и убили. А это мироточивое... Да, видно. Замироточил, когда смотрели фильм, и в фильме был фрагмент про Саблина. Да. Александр Ярославич, благоверный святой князь, начинал движение перед битвой со шведами. И дата там стоит, батюшка, 17 июля. Разгромило 17 июля. Христос требует жертвы самым дорогим и священным, что есть у человека, отцом и матерью, следовательно, и Родиной. Так как Он есть вечная жизнь, то ничто живое в Нем не погибает. Он вернет человеку мать и отца, вернет и Родину, но вернет иными, для иной, более чистой любви. Христианская любовь к Родине не может ставить высшей целью служение ее интересам, ее могуществу, но ее духовный рост, творчество, просветление, святость. Но выбор между Родиной и Богом все-таки нужно сделать, хотя бы для того, чтобы восстановить истинную иерархию ценностей, чтобы не в одном духе и смысле произносить соблазнительные слова «за веру царя и отечества». Из кольца и тризну не справят над белыми красные, и Авелю Каин не укроет лица, и тризну не справят над белыми красные,
Иовелю брат не укроет лица. Пречистая мать нас венчала с Россию, тяжел этот светлый венец. Мы в бой за отчизну пойдем, как на исповедь. Грехи нам отпустит горячий свинец. Мы в бой за отчизну пойдем, как на исповедь. Грехи нам отпустит горячий свинец. Запахли, как в детстве, сирени соцветия, и снятся родные глаза. И ворон кружит предвестник безсмертия, и юнкер безусый глядит в небеса. И ворон кружит предвестник бессмертия, и юнкер глядит в небеса.